Ravitili, Vraga Nacionalnog, Baku, Vraga Nacionalnog, Azerbejdžana, spajanje Stalinske družbe narodov, собрались сюда, на наш торжественный митинг, чтобы отметить годовщину Сталинской Конституции, должны оглянуться кругом, посмотреть, что думал, думает, что мечтал, а может быть еще мечтает враг советского народа, враги народов Советского Союза, враги народов Азербайджана, армян, наших национальных республик. Товарищ, мы под руководством нашей партии, партии Ленина, Сталина, ведя борьбу за строительство социализма, имея огромные достижения, никогда не забывали, не должны забывать, что враг еще не добит, что соревнование социализма с капитализмом еще не кончено, что соревнование социализма с капитализмом происходит в мировом, международном масштабе. И что? Как указывал товарищ Сталин, пока существует капиталистическое окружение, к нам будут досылаться диверсанты, вредители, шпионы, будут вербоваться у нас агенты для совершения террористических актов, для устройства диверсии, для проведения вредительских актов, для того, чтобы мешать, тормозить кое-где, если удастся уничтожать создаваемое нашими руками, создаваемое нашим трудом богатство, богатство социалистическое, богатство, являющееся собственностью всего советского народа, богатство, поставленное на службу всем, всех, всем трудящимся нашего Советского Союза. Товарищи, не надо забывать, что немало врагов разоблачили мы за это время в Баку, Азербайджане. Когда читаешь показания разоблаченных врагов, волосы становятся дыбом, не верится, что человек в человеческой форме может существовать хищный зверь, которых до сих пор не было, о которых до сих пор не описано ни в одних учебниках, до сих пор, которые